специально для драйва. Вот по акции. Ладно. Делаем. Вот приехал хозяин. Чуть-чуть его градом поколошматило. Сейчас попробуем сделать вмятину. Ну вот опять. Всем привет. Вот это наш оператор. Сейчас мы будем чуть равнять. Вот это не нравится, мы ее оставили для примера. А тут вот уже, как мы видим, по крыше прогалинки пошли. А вот опять град у нас. Видно, да? То есть вот этот пятачок уже мы чаем. Я у вас очки позаимствую? Давай, Зинович. А то, блядь, идиоты, блядь, я словил, а другой, блядь, без очков пили. Не хочет, но не надо. Тут жарковато в гараже. Клей не очень сильно тянет. Но ничего. Мы, я думаю, это переживем. Вот и чупили почистить крышу. На такой жаре у нас тут где-то тридцатник сейчас. Вот отсюда снять шишки, вот видно, да? На такой, конечно, вот мы чуть на выдергивали бугорков, сейчас будем учиться их забивать. Есть у нас волшебная палка-забивалка. И вот так мы дрин-дрин-дрин-дрин-дрин. Всё. Вот, снимите, вот. Чтоб оно видно было. Видно его бугорок? Вот. Да, чуть-чуть. А чуть дальше вот тогда. Видно? Вот. И мы его берем. Тут рядом вот, конечно, еще вмятинка. Но мы забиваем бугорок. Сюда надо будет еще поставить грибок, так же как и сюда, это поначально, так сказать, вот тут вот бугорок берем, забиваем. Ну вот так, весело, мы берем и делаем, то же самое, вот шишечка была, следы еще пооставались, конечно, надо еще раз другой дернуть. Тоже вот. Но уже остаются как бы по мелочи вмятинки. Ну это просто предварительная работа. Потом будет сниматься потолочек у нас. Вот там мы как бы завершаем. Потом снимется у нас потолок. И мы уже сделаем все по-нормальному. Все, всем привет, удачи, пока-пока.